Деревья, по словам жителей, высадили почти одновременно с постройкой домов. С тех пор прошло много лет, и они основательно подгнили. Вероятно, без воздействия грунтовых вод не обошлось, потому что гниль почти во всех случаях видна без всяких приборов у основания корня. Жители Нариманова и Гафурова давно просят снести эти тополя. Они гнилые. Они сгнили в труху. Детская площадка, крыши, окна, стены, газовая труба, электросети – все находится в опасности. В опасности жизнь людей. Но почему-то снести их, видимо, слишком дорого. Видимо, нужны жертвы, чтобы сюда приехала машина и спилила эти деревья. Хотя и жертвы были. В прошлый раз местные жители рассказывали, как упавшее на дом дерево напугало сидящую на лавочке бабушку так, что она от шока вскоре скончалась. Ураган, пронесшийся над регионом этим летом, на первый взгляд огромных разрушений здесь не принес, если не считать очередной раздавленной машины. Но это только на первый взгляд. Сколько раз звонил в МЧС вот по этому поводу, что у нас после урагана дерево наклонилось и вот обнажилось, корни обнажаются. А мне сказали, а оно же еще не упало у вас. Это опасно, очень опасно. И над ними висят деревья, и даже кусты падают периодически, небольшие пока что. Но все может случиться, и крупные поломать все газовые трубы. Электрические провода, по словам жителей, здесь рвет обычно зимой. Тогда жители, те, кто не занят, выходят во двор и предупреждают прохожих, чтобы обходили опасное место. Газовые трубы тоже рвало не раз. То лед с кровли повредит входную трубу, то тяжелая ветка оборвет магистральную. Все эти места жители знают и охотно показывают, хотя рассказывать в сотый раз о своей проблеме устали. Гости, приехавшие в микрорайон, удивляются. Вот у нас в Ленинградской области, я живу в поселке Свердлово, у нас в этом отношении строго. У нас вот во всем поселке в течение 2-3 лет, вот во всем, а поселок считается очень большим, он вобрал в себе несколько деревень, обрезаны тополя на расстоянии от 6 до 8 метров. И вот мы сейчас вот ходим, прямо как кипарисы у нас вот такие, и мы как бы... Вот здесь я посмотрел, здесь бы я бы не желал ни сам не ходить, ни детей своих бы не пускать на детскую площадку. Детская площадка, словно по иронии судьбы, расположена так, что аварийные, трухлявые, огромные, тяжелые тополя нависают над ней. Каждое дерево будто бы почему-то злому умыслу угрожает своему объекту. Какое-то газовой трубе, другое крыше, третье окнам, четвертое проводам. Снести деревья срочно. С этим согласны все. Есть акты и обещания, даже письменные. В некоторых даже сказано, что деревья уже спилены. Эти ответы были получены более 10 лет назад. Свежие ответы в основном завтраки. Последние от администрации Ленинского района о том, что снос деревьев запланирован на 2016 год. Планировать можно, но кто за это заплатит? Тем более, что тополиная роща во дворе успешно пережила 2016. При необходимости мы, конечно, выйдем на место и можем непосредственно посмотреть, на чьей территории находится данное зеленое насаждение. Но если зеленое насаждение находится на придомовой территории, то есть в границах двора, то непосредственно управляющая компания запрашивает разрешение на снос, то есть либо снос, либо глубокая АБС-ка. Если дерево аварийное, то дается разрешение на снос, если АБС-ка. Разрешение на АБС-ку в основном идет с 1 октября, сразу в разрешениях прописывают. Дают, просчитывают смету, необходимую для сноса данных жизненных насаждений, и выносят на утверждение собственникам. Собственники принимают решение, будет производиться снос и АБС-ка деревьев или же нет. То есть это производится за счет своих собственников. Дома, в просторечии именуемые сталинками, обычно не прячут богатых людей. Они, не вмещая много жителей, как современные пентагоны, не способны заплатить за вырубку 60 деревьев. Однако электрокомпания и ее газовый собрат могли бы при желании вырубить и высадить заново целый лес. Однако совершенно понятно, что жалобы жителей они слушать не будут. Может быть, городскому начальству попросить эти компании сделать свои коммуникации безопасными для жителей? Ведь должны же быть нормативы сохранности этих сетей. Это могло бы спасти жизни людей. Павел Половов, Юрий Тимонин, репортер 73.